активный депигментирующий уход. Во-первых, первое свойство этого крема – это не крем, а больше он похож на серу, на сыворотку. То есть он хорошо проваливается в кожу. То есть он не работает на поверхности, и поэтому лицам, у которых есть недостаточность липидного барьера, его нужно обязательно закрывать. И наша рекомендация – закрывать или экстремальным уходом, потому что очень часто чувствительность кожи, да, то есть именно экстремальным уходом, чтобы был севелин дополнительный, или кремом комфорт. Вторая особенность этого крема, в отличие от всей косметики, которая сейчас у нас представлена Мишель Экзотье, здесь есть не молочная, а гликолевая кислота. Это совершенно другая кислота. Молочка, она очень мягко увлажняет, и у нее больше увлажняющее свойство. Гликолевая кислота больше проникает внутрь и больше эксфолирует эпидермис. Он более агрессивный. И поэтому эффект от этого крема люди увидят более активный. И кому-то это понравится, а кому-то это не понравится, потому что если кожа лишена регенеративных способностей, нужно будет обязательно закрывать эту сыворотку, потому что но эффект эксфоляции будет как после пилинга. То есть люди, которые вот делали пилинги в салонах или начали пользоваться этим кремом, говорят, как после пилинга. То есть даже будет такой эффект, вы не увидите эксфоляцию, но будет шелушение. И основной ингредиент – это пеколин. Это вот как раз нормализатор выброса пигмента и пигментообразования в меланоците. Но это вообще уникальная разработка, которая есть только здесь. Поэтому вот отличие здесь нужно обращать внимание, акцентировать, что в этом креме гликолевая кислота, а не молочная. Косметологи это понимают. И при назначении мы можем, из-за того, что здесь гликолька, мы можем активно назначать его на область рук. Пожалуйста, лечение пигмента старческого, ну, старения кожи рук. Лечение пигмента в области шеи и декольте. Будет активнее эффект, то есть будет сильнее. Лицо обязательно закрывать сверху, закрывать дополнительной защитой, потому что будет немножечко агрессивно. И уникальный ингредиент пеколин, это запатентованный ингредиент Сибелия, это действительно уникальная борьба с пигментом. Поэтому вы получаете профилактику и лечение существующего пигмента.